Морской бой – это сервер в GTA сам, но необычный, ведь все действие происходит в сражении с другими людьми на лодках. Корабли, как и самого персонажа, разумеется, можно кастомизировать. Есть и квестовые NPC, которые имеют около 80 вариантов реплик. Непосредственно на самом поле боя присутствует многообразие лута, от оружия до различных регуляторов. В зоне боя расположен остров с постройками, которые, внимание, разрушаются. Что может сыграть вам на руку при активных боевых действиях. А для полного погружения в атмосферу у разработчиков в группе ВКонтакте есть авторские заменки, которые вы можете поставить и наслаждаться игровым процессом. Забыл сказать самое главное, на сервере нету доната, вообще никакого. Поэтому, если интересно, то вся информация в описании. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Вы все знаете мое мнение к продавцам виртуальной валюты, к так называемым барыгам, ко всему прочему. У меня есть много видеороликов на моих каналах, по типу там, знаете, Сдан Семен на английском, ZDC, и, возможно, на каких-нибудь последующих каналах будет нечто подобное, хотя уже вряд ли, потому что в сообществе, которое не принято называть у меня на канале, но я его тут все-таки назову, это LifeSump, если мало ли кто-то не знает, если мало ли кто-то еще не предполагает вот чего-то такого подобного, но вот LifeSump, да, вот он есть, там опубликовали новость следующего содержания. Крупнейшего бота по продаже виртов в Самп Либаров бот сегодня забанили по запросу правообладателей, а после его перезапуска в резервной группе забанили и ее. Правообладателями в данном случае, скорее всего, являются владельцы проектов. Помимо этого, под раздачу попали несколько продавцов виртов, о которых тут нам, разумеется, ничего не рассказывается. И тут можно долго разглагольствовать на тему того, господи, да как же так можно, ну вы же сами там вот на всем этом каком-то пиратском непонятном моде вот этого всего GTA Самп что-то там как-то сделали, что-то там вы в чем-то там замешаны, что-то вы там делаете и так далее. Вы же сами типа не особо так знаете ли правы. Вот те, кто там в GTA Самп или в GTA КРМП или в прочих вот этих вещах, у вас же все так знаете на каких-то вот птичьих правах, как лично мне кажется. Оказывается, нет. Оказывается, что там, я не знаю, разработчики серверов, проектов и так далее, в данном случае вот Либаров бот, Либарова и прочих чуваков забанил ВКонтакте. Вот Радмир Мобайл, Радмир Геймс. То есть это заставляет задуматься, а могут ли забанить ютуберов, которые рекламировали вот этих вот всех продавцов виртов, типа за то, что они вот как-то пособничали вот всему этому. То есть YouTube на это сможет вообще хоть как-то отреагировать? Типа это вообще, это нарушение там прав правообладателей или как? То есть масло масляное получается? Или как? Или что это в самом деле? Только потому что для меня, ну это просто какой-то шок. Я не знаю, я не думал, что такое в принципе возможно. То есть у чуваков там уже такой, знаете, свой локальный бизнес. Они там зарабатывают свои эти, там, я не знаю, миллиарды, миллионы, сотни тысяч рублей. Может быть, просто там тысячи рублей, может быть, сотки просто они зарабатывают и так далее. И тут вот в один день все вот так происходит. Разумеется, сейчас, то есть из-за того, что из ВКонтакте все это выпилили, никуда это все не денется. Эти продавцы виртов, они просто там, знаете, перейдут куда-нибудь там, я не знаю, свои сайты, создадут там одностраничные лендинги, мол, там, знаете, хотите купить вирты, обращайтесь в WhatsApp, в Telegram, там, я не знаю, в Viber, в Signal, еще куда-нибудь там в зуме можете позвонить, набрать в скайпе, в дискорде и так далее. Все, то есть никуда все это не денется. Но сам факт того, что такое возможно, я офигеваю. Правообладатели, Радмир РП, Радмир Геймс, пожалуйста, меня не баньте, я всегда осуждал, никогда рекламы не делал, хотя шучу, года два, может быть, три назад рекламу вот чего-то такого подобного я, разумеется, делал. Но это было года два-три назад, вы сами понимаете, но это уже давно. Меня не баньте, самое главное. Разумеется, наверное, это поддержка ВКонтакте такая сговорчивая, хотя вы знаете, то есть страйк кинуть на ютубе за нарушение авторских прав и, допустим, там, не знаю, заблокировать какое-то видео во ВКонтакте за нарушение тех же самых авторских прав, это две разные вещи. То есть я наглядно обо всем этом рассказывал в своем обзоре, мол, страйку по ютуба. Там столько документов надо предоставить, там столько всего должно быть, что просто, ну, это какой-то ужас. Я не знаю, может быть, они по ошибке забыли, может быть, еще что-то, но там поступил ответ от техподдержки ВКонтакте, давайте его также зачитаем. Вообще весь этот пост,
новостную новость, вот это все прочее. На продавцов валюты начался жесткий рейд. После нашего крайнего поста были забанены как личные аккаунты крупных продавцов, так и их группы ВКонтакте. Создатель крупнейшего бота по торговле вертами Евгений Либаров в своей телеге, зачем-то они указывают телегу, зачем, опубликовал скриншот ответа техподдержки, который утверждает, что бан выдан по запросу Радмир Геймс. Что вы сделали в самом деле? Получается, фактически любой проект может подать запрос на блокировку торговца виртов. И для получения бана достаточно просто упомянуть возможность продажи валюты проекта. Но это, разумеется, так знаете, опять лайфсамп хуйни нагородил, тем не менее, ладно. Вероятно, барыг навсегда выселяют из ВК. Часть из них перейдет в Инстаграм и Телеграм, часть будет создавать свои сайты. В любом случае, это уже сильно ударит по их заработку. Ну шо, пацаны, снова на завод. И тут есть ответ, разумеется, от техподдержки ВКонтакте. Здравствуйте, Женя. Ваше сообщество было заблокировано по запросу правообладателей Радмир из-за того, что в нем предлагалась продажа игровой валюты. Правообладатель против такой деятельности. Не следует размещать или рассылать объявления о прокачке, продаже, раздаче, обмене аккаунтов. Нельзя разыгрывать или продавать игровые ценности. Все это запрещено лицензионным соглашением подавляющего большинства игр. А значит, может привести к тому, что нам будут жаловаться правообладатели этих игр. Когда мы получаем такие жалобы, мы вынуждены на них реагировать, ведь закон на стороне правообладателей. Расскажите, пожалуйста, что вы думаете о сложившейся ситуации? С уважением, команда поддержки ВКонтакте. И я в офигах каких-то, я настолько офигел от всего, и я не знаю, чуваки. Это какой-то, это ужас, я не знаю, как такое возможно. То есть Радмир Геймс, Радмир вот эта вот вся сеть, у них есть какие-то права на все это? Серьезно, на вот это вот GTA Samp или там на GTA KRMP, что более вероятно, у них все это есть, и они все это забанили? То есть, получается, одна какая-то сеть может пожаловаться, и она сделает хорошо для абсолютно всех серверов. Опять-таки, мое мнение в том, что лучше донатить на проекты, нежели покупать верты, потому что так вы и проекту поможете, и себе, как бы, ну, игровые ценности заработаете. Но тут же просто и я не понимаю, чуваки, как, зачем, для чего, нафига вы все это делаете? Я офигеваю. Я не думал, что такое возможно. Разумеется, такое возможно, оказывается. Но я даже представить не мог, что кто-то до вот этого всего дойдет. Вы можете высказывать свое мнение по поводу вот этих вот всех продавцов виртов, по поводу вот этих вот всех прочих людей, потому что, ну, я офигел. Я не то чтобы офигел, я охуел просто, бля, ебануться. И все началось с того, что я просто захожу там к какому-то продавцу виртов, он у меня в друзьях есть, и он пишет, мол, на случай чего, вот моя телега. Я подумал, к чему, чё? Захожу в лайфсамп, тут такая вот, оказывается, у них фигня происходит. Это пиздец. Чуваки, это просто, это говорит, пизда, блять, охуеть. Просто пиздец. Однако, наверное, ладно, я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все прочие вещи, они находятся в описании данного видеоролика. Заходите туда, ознакомьтесь со всей информацией, там же в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал и на все прочие вещи, там также ссылочка есть. Заходите, ознакомьтесь, узнавайте, познавайте и все прочие вещи вы также делаете. Спасибо за просмотр и до свидания, пока.